Здравствуйте, мы ведем свой мобильный видеорепортаж с массива леса на опушке. 2 недели назад была установлена ловушка кош, и ожидание недолго нас томило. Долгожданная радость, заселился рой дикий, и сейчас работает и чувствует себя великолепно. Буквально через пару секунд вы увидите, как работает семья. Она заселилась, и обножку тянет потихоньку. Это говорит о том, что семья полноценная, есть наличие плодной матки, есть открытый, видимо, и закрытый расплод. И буквально через пару дней она заселится на стационарную пасеку. Мы ее переселим в основной пчелиный улей. А сейчас вы будете видеть, как работает семья. Вот вы наблюдаете работу пчел. Недавно, буквально 2 дня, был дождь. Пчелы сейчас начинают более-менее интенсивно работать. Только первый день благоприятная погода сопутствует. Буквально скоро, через пару дней, начнется главный медосбор с иван-чая, кипрея, в простонародье называют его. И липа должна скоро зацвести. Сегодня 24 июля 2012 года. Вот, вы видите, какая ловушка. Ну и как сама пчелиная семья его работает. Мы, правда, мешаем. Вот, ну, пчелки работают.